Здравствуйте! Борис Корчевников часто путешествует по различным святым местам. На данный момент ведущий программы «Судьба человека» находится на Украине. Жители Незалежной, узнавшие о приезде телезвезды, очень обрадовались этой новости. Корчевников опубликовал фото, на котором он стоит перед въездным знаком в Киев. Инсталляция представляет собой золотистый челн с воинами, расположенный над названием столицы Украины. Под фотографией Борис не стал ничего писать. Он лишь оставил смайл в виде сердца. Поклонники телеведущего, живущие в Украине, пришли в восторг от его приезда. Они выразили гостеприимство и радушие по отношению к Корчевникову. «Приветствую вас в моем любимом городе, Борис. Мы с дочкой так рады, что вы приехали в Украину. Добро пожаловать, как приятно, что вы приехали в Киев», — отметили пользователи сети. Вероятно, Борис приехал на Украину для того, чтобы посетить знаменитые святые места. Однако сам артист не раскрывает подробности своего визита в страну. Недавно появилась информация, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин раскрыл правду о здоровье Бориса Корчевникова. Он признался, что молится за звезду кадетства и желает ему скорейшего выздоровления. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!